Всем привет, зрители и подписчики канала Эрик Кантона, Фет Мару Футболист. И сегодня мы откроем с вами какие награды? Красные награды. Немножко с опозданием, было очень много различных роликов. Как, Сань, сегодня тренировка у тебя прошла? Не очень. Ладно, сегодня не очень, вчера было лучше. Вчера Саня обводил финты. Дело, если вы хотите их посмотреть, как он делает обводки, то подписывайтесь на Инстаграм. Ну что, ребят, погнали? Да. Открываем. Ну а если у вас много монет и вы не знаете, куда их потратить, то ребята из OneFoot помогут вам определиться. Продажа монет на PS4, PS5, Xbox One, ребят, все это происходит через Telegram, все подробности в Телеграме. Подписывайтесь на каналы, ссылочки будут в описании, а также в прикрепленном комментарии к данному видео. Дерзайте! Итак, ребят, 25 тысяч монет, 1000 очков квалификации, премиум набор, это... премиум набор команды недели, это черненькие фуд-карточки, большой набор редких игроков, набор редких игроков и красные награды, ребят. Давайте, поехали, открываем, смотрим кто. Сань, думаешь, топчик будет? Да. Блин. Вообще, это просто лузерство, ребят. Вы, кстати, можете посмотреть на видео, я обменял красные все награды, и кого, Саня, поймал, я тебе рассказывал, вспомнишь? Вот это вот. Не помню, блядь, Неймар. Да, вот. Бразильца Неймара, ребят, поймал. Да, здесь тоже, к сожалению, не очень награды, ничего интересного. Да. И сейчас тогда будем открывать два набора, ребят. Большой набор редких игроков и набор редких игроков. Сань, где у тебя завтра тренировки? Помнишь? Нет, у тебя завтра. У Сани завтра сразу и дополнительная, и игровая тренировка. Сегодня надо набраться сил, Сань, хорошо, правильно? Чтобы были силы. Ну что, давайте, ребят, начнем. Сначала с набора редких игроков. Надеюсь, минимум будет какой-нибудь Валкаут. Итак, Валкаут есть, полетели эти. Это норвежец Холланд, ребят. Холланд. Ну, не очень. 88. Ну, он как бы, да, сейчас он, понятно, уже не котируется. Уже потому что прошло прилично времени. И он уже, соответственно, не котируется абсолютно никак. И давайте, ребят, поехали. Большой набор редких игроков. 2-4 игрока. Все они абсолютно редкие. Здесь вообще без вариантов. Надеюсь, что-то хорошее выйдет. Это важно, ребят. Ну что, ребят, не забываем подписаться на канал. Еще один последний набор. Поставить лайк, нажать колокольчик. Да. Поделиться плейлистом малыша-футболиста в соцсетях, если не затруднит. С его он тут гольфист, что ли? Да, они тут все гольфисты. Тут несколько вариаций. Я раньше думал, что у каждого своя, но нет, ребят. Здесь очень много одинаковых. Ну что, ребята, игроки команды недели? Да. Ждем топчика. Ну. Опа, это, походу, Валкаут, ребята. Это неплохо. 87. Это прям хороший рейтинг для информа. Я даже его приберегу, наверное, продавать не буду. Потому что я думаю, что он понадобится нам для, может быть, видишь, то же самое. Вот. Ну что, ребят, вот такие наборы, в принципе, неплохо. Три Валкаута, один из них Валкаут информа. Я думаю, это круто, Саня, да, на продаже пойдет. Ну что, Саня, хочешь пожелать зрителям, подписчикам канала? Ну, чтобы у вас было много здоровья, чтобы вы хорошо учились. Учились и работали. Да. Ну что, всем пока, ребят. Пока-пока. Подписка, лайк. Всем удачи и любите футбол, играйте в FIFA 22. Пока-пока.